О, пельментос, научи вору. Давай научу. Для начала исправим твое кручение, так как ты крутишь так. Это травма опасна, так скажем. Ты можешь навернуться вперед, назад. Или пошли долго на собой. Ну, не факт. Для начала исправим твое кручение. Парспин нужно крутить той рукой, которая стоит у тебя спереди. В моем случае это правая нога и кручу ее правой рукой. Ты перехватываешь наполовину, потом наполовину перехватываешь снизу и доводишь той же рукой. Вот весь парспин. А если у вас левая нога спереди, то, соответственно, по-другому. Ну что, поставил-то? Ты рад? Да, я рад. Учитесь обучалкам у пельментоса. Он очень крутой.